Иорданский колодец. Вот там магнитиком. Монетки вытаскиваются. Нечего вытаскивать. Нечего? Вроде монеток много бывает всегда здесь, нет? Не берутся? Сегодня нет ничего. Ну, что-то нацарапалось. Это мелочь. Да, Белое озеро, Иорданский колодец. И люди здесь... И здесь люди бросают монетки разные по традиции. Да? Белорусская, да, монетка? Белорусская монетка, говорят. Это вообще это самое Украина. А, это Украина. Надо же, и такие здесь монетки появляются. Долларов-то нет. Если бы валюта была. А это кому они нужны, то есть. Если бы еврик был, дело другое. Ну, еврики-то здесь, наверное, все-таки не бросают. Бросают. Бросают, бывает, да? Центы, конечно. Только сейчас иностранцы раньше бросают. Забавно. Да, так можно, в общем-то, с магнитиком тут, в общем-то, вполне себе так. Если бы иностранцев было побольше. Если бы иностранцы были. Ну да, ну да. Ну да, интересно. Интересно. Ну да.